Всем огромный привет! Меня зовут Марина и я рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать свои итоги марта. Март у меня был достаточно продуктивным, как мне кажется. И начался он, скажем так, с первой готовой работы, которая была закончена 2 марта или 1 И оформлена она была также, по-моему, в первых числах. Это Dockside View 6819, это Dimensions. Собственно, эта работа у меня вышивалась подбором, это мой долгострой, и эта работа понравилась очень многим девочкам, потому что писали, что им понравилось оформление. Оформление здесь действительно необычное, здесь получается пинкип, работа натянута на пинкип, и все просто приклеено на белый картон. О, вам сейчас тут все отразится. Так, ну, собственно, в принципе, вот так получше вы сможете все это увидеть в видео об этой работе. Работа очень интересная получилась. И она заняла 4 дня у меня. Я ее быстренько закончила. Вышивала я ее подбором по сайту Золотая. И вот такая работа у меня получилась. Впечатления у меня они самые-самые приятные, потому что закончилась быстро, оформилась точно так же очень быстро. Рамку я покупала специально для этой работы. И она у меня, я говорила, что когда я распечатала, я заметила, что она у меня вся поцарапана. Ну, как бы уже как есть, как получилось. Собственно, Результатом я осталась довольна тем, что это подбор. Я не жалею, что я вышивала подбором, потому что работа мне очень сильно понравилась. Итак, сейчас мы приступаем ко второй готовой работе. Это будет такая даже серия. Кто смотрит мое видео, тот уже догадался. Итак, сейчас я вам покажу еще одну готовую работу. Речь идет об этой подушке. Это Кролик Питер, который был, был вышит по журналу Cross Stitch Crazy. Я его начала и оформила в, меся, в месяце марте. Вышивала я его впервые на равномерке. Это украинская равномерка. Она цвета Ivory. И результат меня более чем устроил. Я также эту работу показывала в готовых работах. Мне очень нравится, как получилась вышивка на равномерке. И я понимаю, что я хочу еще. Сейчас я уже смотрю на работы, вышитые на Аиде. Они не так смотрятся, когда есть пустое пространство. Эта работа мне очень-очень сильно нравится. Я рассказывала свои впечатления по поводу оформления этой работы. Я считаю, что получилось у меня все достаточно аккуратно. И подушка закрывается просто на вот такой вот клапан. Здесь я дошивала ткань. С обратной стороны вот такая она красная горошковая. И вся передняя часть у меня посажена на клеевой точечный флизелин. Вышивка заняла у меня, по-моему, также всего лишь только 4 дня и или больше. Ну, я не помню, сколько у меня заняла вышивка, но вышивалась очень легко. И этот кролик стал вторым проектом кроликовым, который у меня был вышит. У меня есть баннер с кроликом, сейчас у меня есть вот такая подушечка с кроликом. И теперь у меня еще появилась серия игрушек с кроликами, которые вы увидите следующими. Но еще раз покажу вам своего кролика. Очень мне нравятся переходы ниточек и все. И я говорила, что я не могу найти у нас в городе вот такую красную ткань горошковую. Спрашивала у девочек, кто сможет. Может где кто видел на каком сайте в Украине вот такую красную горошковую ткань. Именно в мелкий горох. Здесь по-моему 5 миллиметров расстояние от, каждого, от каждой горошинки. Я нашла такую ткань голубую, нашла персиковую, нашла такую мятную. И... Сюда бы голубая очень хорошо подошла, но она не подходит в комнату моей дочери. Она подходит только к вышивке, получается. Но я посмотрю, возможно, я возьму персиковую, а может быть и правда возьму голубую, и так оно и будет. Ну, посмотрю, еще не решила. Это была вторая готовая работа. Она вышивалась в рамках совместного проекта у Леночки «Цвет прикладная вышивка». Она была начата не в рамках проекта, она была только оформлена в рамках проекта у Лены, и я ничуть не жалею что я эту работу вышла на равномерке, хоть мне было сложно, я там жаловалась, бухтела, но вышивала, и я рада, что я начала вышивать именно с маленькой работы на равномерке. Не знаю, осилила бы я большой проект, но я все-таки засматриваюсь на большие проекты на украинской равномерке, потому что мне ее есть много, и хотелось бы ее все-таки использовать. Итак, это была вторая законченная работа. И сейчас вы видите третий проект, который был закончен в месяце марте. Ну, детишки, сказала однажды утром мама миссис Пуш, идите погуляйте в лес, в поле, только не ходите в сад мистера Макгрегора. Там с вашим папой случилась большая неприятность. Миссис Макгрегор запекла его в пирог, так что ушки на макушке, а я в булочную с этими словами миссис Пуш взяла корзину и зонтик и отправилась через лес в булочную. Собственно, это вторая игрушка, которая была, вернее, это уже была четвертая игрушка, которая была вышита в рамках проекта моего Кролики в овальчиках, как я назвала то видео. Это вот такая миссис Пуш, которая вышивалась про журналу Кросс-Тичер, по-моему. Я там дальше вам покажу. И была вышита еще одна игрушечка. Это у нас, собственно, кролик Бенджамин. Бенджамин примерил шотландский берет мистера Макгрегора, но он был ему здорово велик. Когда освободился носовой платок, Бенджамин предложил набрать в него луку и отнести его в подарок тете. Вот здесь изображен сам Бенджамин, который с платочком с луком. Это одна и та же история, когда а, миссис Пуш отправилась в булочную, а э, мистер Макгрегор повесил курточку Питера на огородное пугало. Этих два смельчака Бенджамин и Питер это двоюродные братья. Они решились попасть снова на огород мистера Макгрегора и забрать оттуда курточку Бенджамина. Собственно, и сейчас вы видите этого Бенджамина, который курточку Питера, Бенджамин стоит в берете, которая было... который был на пугале и красуется в нем с платком, в котором был замотан кролик Питер, когда добирался в сад мистера Макгрегора. Вот, вот такие вот получились игрушки. Вот такие храбрецы я все-таки задалась целью, я подчитала в интернете эти истории Бетрикс Поттер, но ну, они такие классные, но ну, там достаточно такие сцены, ну как, к примеру, вместе с Пужей говорит, что с вашим папой случилась беда, его запекли в пирог, ну интересно, да, и это исходники, вот. Посмотрите, это Бенджамин, это рисунки, рисунки Бетрикс Поттер. Вот такая вот миссис Пуш идет с корзинкой и кролик Бенджамин, двоюродный брат э, Питера. Это Бенджамин младший, потому что папу Бенджамина также зовут Бенджамин старший. Вот. И здесь изображено, э, Бенджамин стоит э, с луком, а на моем, как бы, пинкипе, Бенджамин как будто бы со свеклой. Но это у них все-таки был лук, который они набирали в платок потом. Ну, там такая интересная история. Так, и давайте покажу вам вот еще раз миссис Пуш. Она с такой корзинкой. Обратная сторона выглядит вот так вот. Так, и теперь покажу вам еще Бенджамина. Конечно же, здесь такой же сумасшедший анкоровский бэкстич. Мордочка у меня у Бенджамина мне не нравится. Переходы оттенков. Ну, как получилось уже. И с обратной стороны все точно так же. Кстати, это даже не фетр, а такой, как войлок тонкий. И бантики на всех игрушках. Так, показываю вам все эти игрушки. Кстати, забыла сказать, что у меня на Бенджамине и на Миссис Пуш Конва другая, она более ярко-голубая, нежели вот это. И эти сами изображения, они поменьше будут. Так, вот такой вот кролик. Кстати, я сказала, что этот кролик Питер с капустой, но нет, это не капуста, это лист салата или даже лист свеклы или же редиски. У них там капусты не было. Вот. И последняя вот миссис Пуш. Кстати, я не нашла рисунки вот этих вот исходники. На Бенджамина и миссис Пуш я нашла ту историю, и как бы у меня есть исходники, а здесь не нашла. И я могу смело сказать, что у меня этот проект завершен. Я его вышивала в Инстаграм в СП 12 елочных игрушек. И сейчас мне нужно будет отфотографировать эту работу, этих две игрушки, потому что они меня идут, по-моему, я их буду показывать за апрель. Я игрушки вышиваю наперед. А показываю их позже, потому что я как-то мне сейчас такая, знаете, волна игрушек пошла снова и я решила их навышивать, а буду уже просто выставлять в отчетах, потому что и в проекте хочется участвовать, и игрушки хочется вышивать, а у меня может пройти запал, поэтому я вышиваю, покуда вышиваю, и потом уже буду смотреть, когда я буду их выкладывать. Так, у меня, кстати, завершен практически еще один интереснейший проект, также с прикладной вышивкой, также с игрушками. Ой, ну это уже у меня месяц следующий, это у нас апрель, ну, покажу вам, скоро я покажу тот проект. А так, давайте мы с вами перейдем сейчас к процессам, которые у меня были в месяце марте. Их было немного, но продвижения были существенные. Давайте приступим. В месяце марте я решила взять в работу свой очередной долгострой. Это у нас Toscan Greeting, по-моему, так. Код набора 65099, это у меня остатки. Вышиваю я их, вышиваю эту работу на конве бестекс 14 аккаунта. И вот что я вышила. У меня практически здесь закончен этот элемент. Есть, нет, еще вот здесь вот пару крестиков. И нет бэкстича. И у меня было начало этого проекта вот такое. Но я решила его оставить и начать заново. Что я и сделала, повышивала немножко и успокоилась, и поняла, что хочу вышивать Питера. Поэтому этот процесс у меня в работе был совсем-совсем недолго. А так в целом мне все нравится. Конва мне это бестек нравится. Это у меня кусочек остался от медового мишки. Я на этой конве вышивала медового мишку. В оригинале работа это вышивается на айвори цвете. Я вышиваю на таком вот бежевом. Ну, в принципе, об этом больше сказать нечего, потому что продвижения были очень маленькие. Я этой работе уделила буквально несколько дней. И сейчас я вам покажу проект, который вы, наверное, еще не видели на моем канале. Итак, последний процесс месяца марта это вот такой набор от Риолис сюжет от Риолиса набор НКФ. Это, как видите, напечатанный на ткани. Рисунок, и я вышиваю вот таких вот павлинов: это у нас Риолис, персидский сад, да? вот такие замечательные павлины я собираюсь вышивать. И, девочки, покажу вам, что у меня есть, и расскажу интересную информацию. Так, значит, поближе сейчас попробую вам показать. У меня полностью закончен хвост, ну, практически полностью, там еще за некоторыми оттенками. Вот, у меня все это вышито. Остались вот некоторые участки, вот эти вот перья. Это, по-моему, или в одну нитку крест, или полукрест. Давайте их переверну. Так, и покажу. Ну, здесь такая борода. Вот, вот что у меня вышито. У меня вышит низ полностью. И мне даже нравится сочетание нити, потому что меня поначалу вот этот желтый оттенок, он меня просто раздражал. Мне казалось, боже мой, да он вообще такой прям глазный. Ну ничего. Потом я смирилась, мне даже стало нравиться. Пересмотрела кучу видео. Наверное, видео Юли творчества раз 10 смотрела, пока бисер подбирала. Итак, в чем особенность этого набора? Внимание, внимание, внимание. Этот сюжет идет меньше, чем оригинал Риолис. Сверху не хватает, по-моему, полторы клетки и снизу одной клетки. То есть 10 рядов вниз и 15 рядов вверх. Вот здесь 15 не хватает, здесь 10. По-моему, у меня есть... Да. Так, покажу вам свой перенабор. Если я его найду, только деталь у меня перенабора, потому что он отличается. А может быть он у меня где-то в другом месте находится? Может быть у меня схема где-то в другом месте? Я не знаю. Так, а вот видите, по верху у меня точно отмечено, вот смотрим 10 клеток раз два три 4 14 клеток по верху не хватает и внизу не могу найти остальную часть схемы где-то она у меня сейчас попробую поискать нашла я даже вам соврала вы посмотрите по низу 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 22 клетки девочки Снизу не хватает 22 клетки, а сверху 14. Вы это понимаете? Я когда начала вот этот перенабор смотреть и эту схему, почему? Потому что я зашла на сайт. Куда, на какой сайт я зашла? Там, где мы смотрим все вышитые работы. Как он называется? Неважно, девочки, вы меня поняли. Там, где вышивальщицы, выкладывают все свои готовые работы. И я посмотрела, что одна из вышивальщиц написала, я вышила эту работу по китайскому набору, вообще и без имени, без племени, вот эти, которые были без обложки, и у меня не хватило большой части сверху и снизу крестиков. Я так напряглась. Давай быстренько сюда, в эту схему, и схему перенабор, и что я вижу, так и есть. И что самое обидное, мне не хватает канвы. Мне может хватить канвы снизу душить, но сверху у меня не умещается все, чтобы я еще и натянула эту работу. Да, по факту вот здесь вот натяжка нормальная, здесь 5 сантиметров они оставили. Но мне же нужно еще дошить вот этих вот 20, сколько, 2 крестика, да? 22 ряда крестиков. Куда мне там их уместить? А я хочу работу такую, как должна быть у Риолис. Поэтому... Ой, как-то я так расстроилась тогда за эту работу. И отложила. Хотя у меня такой был запал. Я так за, за нее взялась. Это первая работа э, по напечатанному рисунку. Я вышиваю. Мне так нравилось. Мне нравились переходы. Мне нравилось все. Я соблюдаю здесь полностью риолисовский ключ. Где нужно в одну нить, там в одну нить. Где нужно в две нити, там в две нити я вышиваю. Я купила кучу бисера. Нитки, конечно, здесь вообще отпадные. Так. Ну, на этом проекте мне придется мне с вами немножечко дольше остановиться. Так, вот такие вот нитки просто шикарные. Я когда делала обзор, я вам показывала их. Так, и сейчас я попробую найти тот самый шикарный бисер. Вот, я здесь еще, кстати, добрала нитки, которые у них которых мне может не хватить. еще не все. У меня сегодня такое видео какое-то сумбурное. Я прям сама себя в шоке. Девочки, у меня был недельный перерыв в вышивке и я вот просто не могу теперь собраться, вернуться и... Так. В общем, не судите меня строго. Сегодня мы вот как-то так будем с вами разговаривать. Так, как мне вам показать бисер, потому что когда я смотрела все видео у девочек я вообще не могла понять что там за цвета я подобрала вот такие вот оттенки так те на которых есть номера смотрим те на которых нет номеров ну, тоже смотрим но наверное не особо обращаем на это все внимание так если кто надумает так же как и я заморочиться и вышить китайский набор Ой. Вот, смотрите, значит, бисер. У меня загвоздка с бирюзовым бисером. С вот этим вот. Потому что он в идет такой вот э, однотонный, но с перламутром. Этот у меня просто такой однородный, и он не перламутровый. Этот у меня 08 это пресиоса. С такой золотой серебристой серединкой. Красный у меня просто красный. Он такой, я, как бы, ягодный такой даже. Боже, как вы показываете пистель, девочки? Ну, вот честно. Вот. Золотой он такой медово-золотой у меня. Очень красивый цвет. 17,050. Красный 970. Оранжевый. Там такой был, вот такой полупрозрачный он просто. Вот без всяких там серединок у меня он 01184. Идеально подходит вот этот вот синий. У него такая вот тоже серебристая серединка, но номер у меня здесь на пакете нет. И вот такой вот зеленый 50240. Вот он просто такой себе зеленый. Это те оттенки нити, которые... Ой, боже мой, нити бисера, который должен быть. Но есть здесь номера Милхил. Вот они. Видите? Если у вас есть Милхил, милости прошу, вы себе подбираете Милхил. Я же его заказывать не буду, не хочу. И что получается у нас? Еще у меня есть вот такой вот красный. Так, это нитки, я не знаю, зачем я себе там их подбирала. Вот такой красный у меня есть. Он немножечко другой. Он тоже как будто бы с серединкой такой. Боже, у меня маникюра нет. Ай, частный дом. Так, вот те нитки, которые я себе подбрала. Ну, в общем, девочки, это такой процесс, который ой, настолько меня заморочил, что я просто отложила все. Мне нужно от него отдохнуть. С ним очень много всяких заморочек. Во-первых, меня расстроило то, что здесь не хватит канвы. Мне так нравился подбор бисера, мне нравилось его подбирать. Я уже просто была воодушевлена, что я вот на хвосте уже выполняю бэкстич. Но до этого бэкстича еще как бы не знаю до чего, потому что по сути это нужно будет смыть вот это вот все. И потом еще раз натянуть, душить то, что не хватает и пришить бисер. Или посоветуйте мне, или не дошивать, оставить так, как есть. Работа и меньше тогда будет. Девочки, скажите, как бы вы сделали? Я вот, честно, я настолько расстроилась за этот процесс. У меня он настолько хорошо пошел, полетел, мне так понравилось на этой конве вышивать. Ну, как-то, ну, вот все, но ну, не то, не знаю. Ой что мне с ним делать, и отложить я его не хочу откладывать, у меня он стоит, я, кстати, там и долгострою, у меня там было mm -hmm. вот здесь вот темными синими нитками, вот раз, два, три, три точки вышита, ну, как бы начала процесс, и у меня он стоит в планах на завершение в этом году, поэтому я вот, хоть умри, но должна его закончить. Так, ну, не буду вас грузить своими проблемами. Если у вас есть что написать по этому процессу, я, конечно же, милости прошу. Скажите, пожалуйста, что мне делать. Кто, может быть, вышивал этот персидский сад? Подскажите, расскажите, что вы по этому поводу думаете. Сильно будет Ой, бросаться в глаза, если там не будет хватать ну, так существенно работы получается. Если там ну, то сантиметров 6, точно не будет хватать. Если мы берем, грубо говоря, 2 сантиметра в 10, клетках, в 10 крестиках, то там, конечно, работа будет меньше. По ширине она одинаковая, она только в высоту меньше. Девочки, спасибо вам, что вы посмотрели мою тираду, мою жалобу. Все так хорошо начиналось. Под конец как-то я вообще, я как этот процесс смотрю, я прям расстраиваюсь за него. И это моя такая была бы первая большая работа. Я только столько души в нее вложила так за нее взялась. Она не на желание, ни на что, просто вот работа. Ну, вот так. Все. Спасибо вам за внимание. Вот такой мой был рукодельный март. Апрель бы обещает быть не менее интересным. Всем пока-пока.